И о новостях культуры. В первые дни Собиновского фестиваля зрители ознакомились с уникальными образцами искусства. На пресс-конференции, посвященной одному из главных музыкальных событий региона, организаторы рассказали, что мероприятия фестиваля уже посетили более 5000 человек. Наравне с классическими произведениями на Собиновском представлены и современные постановки. Новыми в этом году стали произведения Альфреда Шнитхе, Бетховена и Листа. Многие произведения заказывали из-за границы. Про ноты Шнитке, Прокофьева отдельный разговор, когда нам приходилось связываться с людьми, которые располагали этими нотами в личной библиотеке. То есть очень такая кропотливая и трудная работа по приобретению нотного материала. И подготовка к Собиновскому, в принципе, начинается с последнего аккорда предыдущего.